Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и это потерянный эпизод Малышариков. Эту серию я нашел на главном канале Малышарики. Мне пришло уведомление о новой серии, а после моего просмотра ее удалили. Но я успел ее сохранить. Серия начинается с заставки. Но заставка была странной. Она была темная, хмурая, а на фоне все рыпело. После заставки были помехи, которые длились больше 5 минут. Подождавши эти 5 минут, выскочила картинка с лицом скелета, и началась сама серия. Странное начало, как для детского мультика. Переход на пандочку и овечку. Они кричали что-то диктору, но диктор им не отвечал. Они уже начали волноваться, что что-то случилось. Позже к ним подошел ежик и предложил играть с зеленокой. Но девочки отказались, потому что зеленоки были грязные зубы. Они были в крови. Ежик не знал, что случилось. Они начали играть в догонялки. Пандочка свалила зубную щетку. Но щетка была необычной. Вместо щетинок там были шипы, которые очень сильно резали. Вдруг из ниоткуда появился диктор и сказал, что и малышарики угадывали, что это. Голос дикторши был очень изменен. Грубый, криповый, как будто и самый преисподний. Пандочка сказала, что это чесалка. И дикторша приказала им чесать друг друга. Пандочка схватила щетку и начала чесать ежика. Как только она начала чесать, пошли брызги крови. И весь экран был заляпан кровью. Все стало темное. Черный экран был больше 10 минут, а сама серия шла полчаса. Как весь сборник, но это всего лишь одна серия. После черного экрана показано, как ежик, стекая кровью, чистит зубы зеленуки. И с ее рота начинает идти кровь. А на фоне слышно ужасный смех дикторши. От этой серии кидает мурашки. После просмотра я не смог спать более 3 дней. Эта музыка все такое хмурое и очень пугает. На этом все. Стал бы Сергионис, поставил от тебя это всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И бро, подпишись на мой канал, я бы очень хотел себе такого шикарного крутого подписчика, как ты. И помни, это всего лишь мое воображение.